И начинается все в пустыне. Впрочем, большая часть фильма будет в пустыне, но об этом чуть позже. Появляется персонаж Шут, от которого за весь фильм не будет ни одной шутки. Играет его как раз Александр Абдулов, и по сути режиссер сыграл режиссера. Он в фильме эдакий рассказчик, толкает сюжет вперед и может, как тот Куско из «Похождения императора», прерывать фильм, давая свои ценные комментарии. Это как если бы в мультике появлялся Ливанов и такой: «Этот сыщик ушлый тип».